Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в Государственном центральном концертном зале концерт народного артиста Советского Союза Муслима Магомаева. Незабываемые мелодии. В концерте принимает участие грузинский вокальный ансамбль «Орера» под руководством заслуженного артиста Грузинской ССР Генона Дирашвили, оркестр симфонической и эстрадной музыки Гостелерадио СССР, художественный руководитель и главный дирижер, лауреат государственных премий СССР, заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов, вокальная группа и эстрадно-симфонический оркестр Азербайджана. Поет Муслим Магомаев. Sempre così.